Это полигон, который предназначен военными для этих самых целей. И когда я говорила вам, что не следует воевать, и что в этом вина Зеленского, который под видом ура патриотизма повел народ на заклание, зная, что все решено, и что, что бы ни сделали, мирные люди сами не могут сопротивляться, друзья, но будут созданы отряды партизанские, повоюют, все равно их всех перебьют, никто не останется жив. Матери, вам не жалко своих сыновей? Мне жалко ваших сыновей, потому что, ну, уже решено все. Вы понимаете, как бы ни было ура патриотизм, решение состоялось, оно давно принято. Оно принято более 10 лет назад. В 2010 году все было известно, что будет война, что будут брать. 2010 год, друзья. Вы понимаете, когда это было? Ну, я понимаю, что как бы народу об этом не докладывают, и никто не собирается народ спасать. Я вам рассказываю. Я вам пытаюсь рассказать это. Конечно, звучит как фантастика. Потому что, когда я за 5 лет об этом рассказывала, ну, друзья, кто же мне поверит за 5 лет? Никто не поверил. Все только могли покрутить пальцем у виска. Сегодня все возмущаются, украинцы, что вдруг я говорю о том, что не надо ходить на войну. Все решено. Уже все решено. Украина будет сравнена, и другие города. Я не буду называть, друзья, какие, потому что как-то оно